Лев, декабрь 2018 года. Три планеты гармонично действуют на Львов. На июльских Львов планета Юпитер в Стрельце. Юпитер – это новые идеи в бизнесе, в профессии, встречи очень хорошие с бизнесменами. Юпитер – это проповедники, религиозные деятели, философы, деятели образования. Хорошо поступить на какие-то курсы. Солнце и Меркурий также будут в Стрельце, в дружественном знаке, творчество, сияние, переговоры. Меркурий – это переговоры с 13 декабря. Очень успешные заключения сделки, контракты. Эти планеты будут благоприятствовать для Льва. Венера в Скорпионе, в напряженном аспекте с любимыми людьми. Надо быть очень аккуратными и тактичными. Благоприятные дни для Льва. Это 2, 3, 6, 7, 8 декабря, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30. В эти дни Луна будет в очень замечательных аспектах для всех Львов.